Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем наши награды, я смотрю, меня скинули, судя по всему, до Лиги Самураев 3 звезды. Ну-ка глянем, да. Ну, это и понятно, друзья, я вам говорил, что две рабочие смены у меня были, поэтому я в игре не присутствовал. Поэтому сегодня нужно будет отрываться, ну, так скажем, по полной программе. Для этого нам нужно сегодня выбиться, ну, в Лигу Сёгунов 3 звезды, наверное, я так полагаю. Но не меньше. Да не буду я потом все это. Хорош. Так, ну что, давай, наверное... Нет, все это потом мы сделаем. Давай вначале все-таки турнирную арену мы с тобой пробежим. Так, дают нам 14-18. Опа, 15-19. Берем. Так, и сегодня нам нужно будет с тобой завершить, знаешь что, ХКРочку. Нужно взять топчик. Ты помнишь прекрасно, да? Что мы там до полтинничка чуть-чуть не доехали. Пока у меня выходные, надо это все дело исправлять. Все, как говорится, наверстывать. Блин, какие же у тебя глаза, Пит, ё-моё. А ты посмотри на себя, ты же страшила еще тот, блин. Пит-мутант, блин. По-другому не назвать. Такс. Слушай-ка, чё так вшивень? Блин, он еще хиляет. Нет, ну да, хиляется. А мы поставим с тобой давай защиту на нашу команду. Да? Лишняя защита не бывает лишней. Так же, как и много денег не бывает, да? Никогда. Давай-ка попробуем с разбега, наверное. Оп, и нифига. Ну, ты можешь хоть куда уходить. Хоть в инвиз, хоть куда. Нам по барабану абсолютно. Давай-ка бросим, наверное, пару гранат туда. Для веселья. Угу. Попадем? Попали. Блин, я вот думаю, может быть, нам надо слыша как-то наказать, мне кажется. Так, Шредер, если что, ты будешь хилять у нас. Ой. Оу, щет. Да как так-то? Как этот обосранец несчастный, блин? Да как он Шредера просто взял и ушатал, блин, с одной этой фигни своей? 50-го уровня, хмырь болотный, блин, ты прикинь. У меня нет слов. Не, ребят, вы извините, но у меня просто нет слов. У меня Шредер 56-го уровня. Это чмо, блин, болотное. Полтинник, блин. И он взял своим суперором, просто ушатал его, Шредера моего, прикинь. Парасете, блин. Начало, да? Опупенное просто, ребят, у нас начало. Первая катка и сразу в отстой. Тюх! Примехонькой наводкой. Полетели, блин. Вот он, гаденыш. Я не ожидал, конечно, от него такого вот. Просто я не думал, что Шредер вот так вот просто как ватник сдастся. Просто... Если бы я знал, конечно, бы я отхинял бы его. У него, в принципе, не так уж и много было здоровья отнято, чтобы его просто с одной кат просто... И все. Просто специально все сделали. Бесяво, ребята, это очень бесяво. Так, ну что мы тут сделаем? Давай, наверное, так вот. Я думаю, что морозильная кошка не жилец. Сейчас попробуем Дони наказать. Наказали. Наказали, что лучше некуда, блин. Смотри, что вытворяет, а. И этот еще хлыщ лезет со своей защитой. Все, доигрался. Так, хорошо. Торнадо. Есть. Буду знать паршивцы, как папу облапошивать. Ничего себе, блин. Ну этот Лео, конечно, меня вообще, ребят, из колеи просто выбил. Чё, я просто не ожидал. Как что, полтинник просто вырубит. Да. Вот так вот. Век живи, век учись, блин. Никому нельзя верить. Ни на кого нельзя положиться. Да. Ну что же, я тогда на всякий случай как перестрахую. У меня сколько этих... Вот, давай вот так сделаем. У меня столько этих 56-х уровней. Это ужас, ребята. Просто ужас. Я не знаю, хоть бери и соли их всех в банку.
Как огурчики маринованные. Или как шпроты укладывай. Просто их очень много. Что он там сделал? Усиленную атаку, да? По идее, нам бы, знаешь, чтобы сделать, нам бы вырубить муху. Ну и так тоже пойдет. Ну что, Рокол? Ой, успокойся ты со своими этими защитами, они тебе уже не понадобятся. Красиво. Меня вот такой расклад меня устраивает, ребят. Но опять же, за счет железноголового все получилось. Он своими ракетами, ребят, нанес офигенный урон, потому что у него и уровень изменения. Какой? 80-й. Так, ладно, берем 15-19. Возьму здесь Дони. Я не хочу просто еще раз наступить на те же грабли и где-то, ребята, ошибиться. Пускай будет Донателло, спокойно свои сюрикены, как говорится, метнет. Спокойненько их баньки всех уложат. Может быть, не всех, может быть, половину. Да, а тут уже мы на подхвате, как говорится, на добивке сработаем. О, Кирби, я же забыл, что ты ватник. В плане атаки он вообще никакой. О, спинка моя что-то побаливает сегодня. Ну, смена сегодня, слава богу, спокойная была. В коем-то разе. Обычно я прихожу после работы, ребят, сразу без задних ног ложусь спать и сплю. Но сегодня я себе позволил этого не делать. Так, ну что же, давай двигаться дальше тогда. Посмотрим, как у нас тут будут обстоять дела. Да я думаю, в принципе, Зэк сейчас, наверное, половину тоже спатеньки уложит. Да не половину, а почти всех тут остается на добивке только Дони. Я просто, ребят, психанул, вот серьезно говорю. Первый поединок меня просто выбил из колеи, как Леонардо. Я знал, что этот мощный удар у него, когда он мечом бьет. Но я не думал, что настолько. Что прям возьмет просто на 6 уровней персонажа в труху. Изничтожит. Да, недооценил противничка я, конечно. Бывает. Всегда надо быть осторожным. Всегда. Сегодня, друзья, решил, думал, ну, запишу-ка я растение против зомби-героя. Угу. Событие прошло замечательно, просто на ура событие прошло. Но когда дело пошло до ежедневок, как я там получал и так, и сяк, и кубарем летел, и просто, знаешь, вот просто мне не идет карта и все. Там были такие моменты, что вроде бы, ну все, вот она победа. Он вызывает трех Гаргантюа. И опять та же самая фича, ребята. Правда, это не было зомбота, но там немножко другие были. Там был зомби, который... Гаргантюа, который выбрасывает зомбарей. Ну, тоже других Гаргантюа, ты понял, да, который? И опять этот клоунада. Маг. Короче, я в труху. Я даже не стал, ребята, эту серию выкладывать. Просто. Сколько там... Вначале шло 4-1, а потом 8-1. 8-1 я, короче, продул. Я решил потом отыграться после ежедневок. И даже на реваншах проигрывал. Я не стал выкладывать эту серию, дабы не позориться. Просто такой стримач. Я эту серию не удалил, конечно. Может быть, кого-то заинтересует. Может быть, я ее не знаю, ребят. Может быть, ее куда-то выкладывать. На бусте, может быть, выложить ее. Ну, это, конечно, позорище просто было. Просто позорище. Причем там не моя вина была. Не в том, что я где-то что-то там тупил. Элементарно, ребята, не выпадали карты. Или выпадала карта, но, понимаешь, дело в том, что мне выпадает нужная карта, а моему противнику выпадает карта, я так понимаю, еще более крутая, чем мне. И какой-то дисбаланс там был. Да... Столько раз проигрывать я, конечно, не готов был. Хоть я там себя и успокаивал. Ну что, ребят, там, давайте в следующей катке сейчас попробуем. И на следующей катке проигрываешь потом. Ну, давайте еще отыграемся. Уже сбился со счету, когда там уже было там 4-1, думаю, ну все, там 5-1, 6-1, 7-1, думаю, ну все. Думаю, я даже не отыграюсь. И выкладывать даже не стоит. Так что вот такие вот, ребят, дела. Вечером, наверное, вечером сегодня попробую еще раз поиграть в Арсения против зомби-герои. И если если там все будет нормально, обязательно выложу эту серию. Так. А пока у нас тут все идет в черепашках, пока все идет вообще замечательно. Не считая, конечно, первого раунда нашего, который был просто из ряда вон выходящий. Здесь у нас все вообще под чёткарю идет.
Просто разнос. Не колеблись. Уничтожаем наших противников. Мы, знаешь что, мы даже, наверное, с тобой сегодня в Лигу Сёгунов 3 звезды все-таки доберемся. Ладно, фиг с ним. Там было просто повыше кубков. Я выбрал 19-20, а там, по-моему, был 19-21. Так что, ну ладно, что взял, то взял, господи. Не слона же разыгрываем, да, здесь? Давай торнадо свое слэш. Давай. Опа. Нет, что не говорить, все-таки слэш не такой, ребята, мощный, как другие мои персонажи на сотке. Ну, не чувствую в нем силы. Это, знаешь, вот как Джастин у нас, да? Вроде платиновый ранг, вроде бы прокачанный, все. Вроде скиллы прокачаны. Ну, вата ватой, ну... Как его, ребят, не корми, как его не тешь, как его не это... Он ватник. Да, добивать он может. Но это когда мало здоровья противников. А так, чтобы его первым пустить в бой, мало того, что у него инициатива фиговая. Так он еще нифига не бьет, понимаешь? Это бесит, это вымораживает. То ли дело Крэнк или вот Армагон. И их ставишь, ты знаешь прекрасно, что этот парень сходит первым, и он сходит, будь здоров. То есть он звезда. Но если даже вдруг не добьет, но он оставит им столько мало хп, что тебе просто надо будет потом каждому плюнуть, и он рассыпется. У Джастина такая фигня не прокатывает. Понимаешь, да? Вот, видишь, Крэнк просто великолепен. Слэш бы их не завалил бы всех бы своей крутилкой. Маузеры, да, ребята, маузеры тоже хороши. Я вот уже, даже они еще не прокачаны на сотку, но я уже вижу в них потенциал. Я даже боюсь представить, что будет, когда они будут на сотке. По-моему, они будут, наверное, одни из топовых моих бойцов. То есть в данный момент, ты знаешь, у меня идет Армагон, Крэнк и Супер Шреддер. Я боюсь, что кролики их просто затмят. Просто затмят своей мощью. Ну, опять же, спешить не будем, мы прокачаем и там уже посмотрим. Ну, на данный момент, на своем 82 уровне, они довольно неплохой показывают результат по дамагу. Так что дальше будет видно. Ну что, мы переходим? Да, ребята, в Лигу Сёгунов 3 звезды мы с вами заныриваем. И тут надо будет только укрепиться. Только лишь укрепиться, поэтому как бы... Не знаю, ну, полтинничка обычно мне достаточно. 50-го, я имею в виду, места. Чтобы чувствовать себя комфортно. Потому что сейчас выходные длинные, я думаю, что... Если каждый день играть в черепашки, мы даже уже, наверное, в топчик сможем запрыгнуть. Ну, опять же, зависит, ребята, от того, как нас будут скидывать. Если будут очень сильно жестить надо мной, как говорится, скидывать меня там в самую трубу... То придется долго повозиться, и выходных, конечно же, не хватит. Если же будут слабенько скидывать, то вполне вероятно, что за 2-3 дня мы с вами влетим в топ. И даже усом не поведем. Так что... Хотя игра, ты знаешь, она сюрпризы-то любит преподносить нам. Сегодня элементарный был пример. Как этот Леонардо, а? До сих пор меня гложет это все. Тюх, и все, и Шреддера нету. Нормально. Поиграли. Первая катка. Так, ну что, уже 66-е место у нас. В принципе, да, мы займем полтинничек. И все будет у нас чики-пуки. Потом сходим с тобой, ежедневки выполним. Немножечко паролим жетоны. Потому что нам надо 3 ДНК найти на этого... Напита. Будем его, естественно, докачивать. А с ареной у нас на сегодня получается, что все. Арену мы сегодня поиграли. И результат у нас Сёгун 3 звезды. 50-е место ровно. Отлично. Так, пройдите серию испытаний. Это мы уже на втором круге, поэтому здесь я... Блин, а что такое, ребята? Мы на втором круге, а почему у нас так мало здоровья-то? Мне такой расклад не нравится. Там здоровье на раз-два и общался. Так, ну-ка, Шреддер. Блин, Шреддер, зачем я нажал? Тут же все отхилены почти. Почти, ребят. Так, Ромагуша. Угу. Ну давай, кожеголовый, делай свое дело.
Я думал, что мы сейчас их похороним тут, но... Это что-то новенькое такое. Я что-то не помню, ребят, такого удара у Леонардо. Фига он там перебежал пару страничек из комиксов и влупил. Но Шреддер, благо, не упал. Это тебе не тот ватный Шреддер, который был в первом этапе. Это вот и так не возьмешь нахрапом. Так, ну что, теперь нам надо сразиться в поединках. Ищем маузеров. О, мы еще и уровень можно было бы два, конечно, прокачать. 85-й был бы. Так, и продолжаем. Нам нужно найти 4 комикса, с которыми, как всегда, облом, да? А чем удивляться-то? Вот, только один нашли. А нам нужно 4. Ну, зачем тебе комиксы? Вон, тыкву пожуй. Так, это третий, да? По-моему, третий комикс. Или... По-моему, третий, да? Четвертый. Вроде бы все. По комиксам... Ага, по комиксам еще не разобрались. А вот теперь разобрались. Комиксы нашли. 10 пленок с катушкой. Ну, 10 пленок с катушкой вряд ли я, конечно, найду. Ну, нам главное... А, мы уже задание выполнили. Все, ребят, задание выполнили, поэтому... Левел ап можно ему? О, у нас как раз хватает, ребят. 85 уровень получает у нас кролики. И что нам? Забираем здесь ежедневки. Все. Плюс, ко всему прочему, мы идем на испытание. Мы какой с тобой проходили? По-моему, вот это вот, да? Окей. Погнали. Так, сколько у меня жетонов? 475. Ну, да, получается, что сейчас мы с тобой возьмем и накопим на Пита. Нужно 530. То есть все, остается только жетоны. И 530 мы уже с тобой насобирали. Ну, я все-таки еще раз потрачу здесь все, абсолютно все, ребята, попытки наши, чтобы побольше накопить. Сколько у нас там откатов? 249. Ну, в принципе, пока еще терпимо. До 200, наверное, мы сегодня скинем с тобой. Получается. Где-то, да. Сколько там у нас сыра-то еще осталось? Ага, еще 3 попытки. Раз. Два. И последняя. Все, ребята, и идем дальше в магазин. В магазин, в предметы. Заходим сюда. И покупаем вот так вот. Ну что, 83 ДНК, ребят, из 100. Я считаю, что это отличный результатик. И можно, наверное, в принципе, на этом сегодня закончить серию. Да, мы закончим сегодня серию, ребята, и увидимся уже в следующей. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.